блестящая победа, твои первые эмоции, Дим? Естественно, я очень счастлив, мой первый трофей в жизни. И как бы, какие тут могут быть эмоции, кроме положительных? Скажи, пожалуйста, у тебя было принципиально сегодня выиграть, обыграть Краснодар? Естественно, было. Что ты чувствовал? Это твой родной бывший клуб. Какие я эмоции испытывал? И в интервью, и везде всегда буду говорить большое спасибо за воспитание и то, что дали возможность играть в большом футболе. Наши дороги разошлись, но желаю всегда удачи клубу Краснодар. Обида нет на клуб, на Краснодар? Нет, какие обиды. Я иду своей дорогой, смотрю прямо мне. Без разницы, кто там что обо мне говорит и как думает обо мне. Поэтому я не смотрю в ту сторону. Слушай, хорошее начало, первый трофей. Что дальше? Какие ожидания сезона? Ну, будем бороться за требл, естественно, как и в прошлом сезоне «Зенит» это сделал. Все знают столетие клуба, поэтому лично для себя буду ставить цели выигрывать трофеи и бороться за место в составе, чтобы прилагать к этим трофеям свои большие усилия. Скажи, ну и матчи в сезоне против Краснодара для тебя будут особо принципиальными или как? Или ты уже не будешь так смотреть на эту игру? Естественно, они будут для меня принципиальные, но не в таком плане, что я там хочу и ненавижу их как-то, хочу бить. Такого никогда не будет. Это мой родной клуб. И, как я и сказал до этого, всегда им говорю большое спасибо и руководству, и Сергею Николаевичу. Поэтому такие могут быть вопросы.